Привет! Сегодня на моем канале обзор довольно популярного Wi-Fi роутера. Это устройство известно своей надежностью и функциональностью, а также доступной ценой. Я тестировал его в течение недели и готов поделиться своими впечатлениями. Заинтересовало? Тогда оставайся со мной. Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот Wi-Fi роутер – его компактные размеры. Модель занимает очень мало места, всего 192 мм в ширину, 130 мм в глубину и 33 мм в высоту, что делает ее идеальной для небольших пространств. Элегантный и минималистичный дизайн позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер, будь то домашний офис или гостиная. Кстати, не забудь заглянуть в описание под видео, я оставил там ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит тебе совершить покупку с максимальной выгодой. Перейдем к техническим характеристикам роутера, которые делают его по-настоящему универсальным устройством. Начнем с портов. Устройство оснащено 4 портами LAN и 1 портом WAN, каждый из которых поддерживает скорость до 100 Мбит в секунду, что вполне достаточно для большинства домашних и офисных задач. Что касается Wi-Fi, скорость передачи данных может достигать 300 Мбит в секунду, благодаря поддержке стандарта N и технологии MIMO, что обеспечивает плавную и стабильную работу сети даже при высоких нагрузках. Одной из интересных особенностей является многофункциональный порт USB, который позволяет подключать не только хранилище данных, но и 3G, 4G модемы, что особенно полезно в условиях отсутствия традиционного интернет-подключения. Также порт можно использовать для организации доступа к файлам и медиа через FTP или в качестве принт-сервера. Роутер поддерживает до 5 IPsec VPN-туннелей, что идеально подойдет для обеспечения безопасного удаленного доступа. Для любителей IPTV важной особенностью будет поддержка IGMP Proxy и 802.1Q Tech VLAN. Не менее важной функцией является возможность создания гостевой сети, что позволяет обеспечивать гостям доступ в интернет, не раскрывая доступ к основной домашней сети. Управление роутером осуществляется через удобный веб-интерфейс или приложение Tether, доступное для устройств на базе Android и iOS. Это позволяет легко настраивать сеть, контролировать доступ в интернет и управлять родительским контролем. Я внимательно изучил отзывы пользователей и выделил ключевые моменты, которые помогут тебе сделать более взвешенный выбор. Минусы. Отсутствие 5 ГГц. Мало USB модемов. Мало памяти. Плюсы. Работает сразу. Не перегревается. USB порт. Варианты прошивок. Быстрая настройка. Множество опций. Две антенны. Широкий охват. Несколько режимов. На этом мой обзор подходит к концу. Не забывай проверить описание под видео. Там ты найдешь ссылки на магазины и скидочный промокод, который поможет тебе сэкономить. Поделись своим мнением о модели в комментариях. Мне важно знать, что ты думаешь. Если тебе нравятся мои обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Это лучшая мотивация делать новые видео. Жду тебя в следующих выпусках.